Так, блядь, где он, ёпта? А, пацаны, немножко 3 балла высадились. Ок, да, да. Ладно. Пацаны, тут так 3 балла. Снизу. Вон там дура. Так пусть его вон Назар волит. А, вижу, вот. Пацаны, тут баллы списываются. Подожди, давай запакуй его тогда. Тут баллы без маски на военке, прикинь. Рафу-рафу. Бан-бан-бан, бан-бан-бан. Как тут вниз спускаться? А, все. Дудкин, дай ему за госизмену. Какая статья? Блять, я не помню. Кто смотрел там статьи по УК? У кого открыта статья? Блять, надо УК открыть. Сука. Я буду открывать полгода. Сейчас я открою, погоди. Все, не, так, не нойте, я сейчас все сделаю, сейчас папка все сделает. Где еще тут один был? Так, гос, все, еще, вот. Так, короче, это? Дезертирство, 11.3. Джаспер, ты выдашь? Или мне выдать? 11.3. Все? Как бы небольшие налеты на военку, да, да. Где? Сеп, иди сюда, 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 сюда. Или они на КПП. Вот давай, какая разница, 5 или 6? Да похуй. Пацаны тут КПП разъебывают, как бы. Понял, сейчас разберусь. А, понял. Что такое? УК не забывай писать. Если ну такое ради приличия хоть типа. Давай сажаем. А, у нас же еще Дудкин без машины. Заедете за мной потом. Ты удмотнул, Дудкин? Да, и вон лидер демоутнул. Сука, ты тупой, печенье, блядь. Куль целишься, блядь. Сука, сейчас ФП ведут, погоди, блядь, ты отлетишь, нахуй. Да не, забей, он целится, типа, чтоб этот не убежал. Да, тут, пусть там вообще не целится. А, вон, видишь два дурня? Да, а, дурня.